Уважаемые друзья, здравствуйте. Мы привыкли с вами, что сбор пожертвований на политическую работу происходит в связи с выборами и для выборов. Выборы – это всегда очень дорого и очень коротко. Нужно собрать и правильно потратить большие деньги за небольшое время. Но результат выборов обеспечивается не только и не столько во время избирательных кампаний. Он обеспечивается ежемесячной, еженедельной, ежедневной, иногда ежечасной работой команд. Псковское яблоко – одна из немногих демократических команд в России, которая работает каждый день и каждый день готовит победы и успехи завтрашнего дня. Работа этой команды поддерживается благодаря вам, уважаемые наши жертвователи. По счастью, офис Псковского яблока и работа наших штатных сотрудников оплачивается федеральной партией. Но политическая работа – это не только и не столько офисная работа. Это работа с людьми, которая требует участия очень многих людей, которых невозможно предусмотреть в штатном расписании, и многих работ, которые не находятся в стандартных требованиях к политической работе. Мы привыкли работать каждый день, и благодаря вам уже третий год собираем средства для этой работы за счет благотворительных пожертвований. Вся команда Псковского яблока трудится для завтрашних достижений, для того, чтобы избиратели, сторонники нашей команды, сторонники свободы и демократии в нашей стране видели успешность нашей работы. Это воодушевляет людей и помогает им жить. Мы собираем сейчас деньги на работу Псковского яблока ежемесячно. Эта работа часто не видна, не публична, она незаметна, мы не рассказываем о ней на наших видеоэфирах, но это работа, без которой невозможны успехи и достижения. Эта работа, по нашим расчетам, стоит всего около 200 тысяч рублей в месяц. Я думал, с чем сравнить эту сумму, и у меня нашлось очень точное сравнение. В этом 2018 году зарплата в месяц одного депутата Государственной Думы, а их 450, стоит 400 тысяч рублей в месяц. В бюджете 2019 года депутаты Госдумы не отказали себе в удовольствии и повысили себе заработную плату в два раза. И теперь один депутат Государственной Думы будет получать в месяц 800 тысяч рублей. Работа целой команды Псковского яблока, которая ежедневно работает с людьми, ежедневно поддерживает избранных депутатов, стоит 200 тысяч рублей в месяц. Мы тратим эти деньги для того, чтобы помогать мне, как депутату Псковского областного собрания, готовить законодательные инициативы, писать сотни запросов, участвовать в дискуссиях с прокуратурой, правоохранительной системой, органами государственной власти и надзорными органами. Эти деньги тратятся на то, чтобы поддерживать наши широчайшие общественные связи. Это работа в социальных сетях, это работа студии интернет-телевидения «Гражданин ТВ», это работа личного сайта и партийного сайта, это работа сайта «Голос Псковского яблока». Мы тратим эти деньги на работу с нашими депутатами. Около 40 представителей Псковского яблока работают в 19 из 26 муниципалитетов Псковской области. Мы собираем людей на совещания, мы учим их, мы поддерживаем их, мы помогаем им готовить документы, которые иногда легче сделать здесь, в Пскове, чем в провинции, в районе, там, где у людей иногда нет технических условий для работы. Очень важно, мы поддерживаем сайт газеты «Гражданин», который известен всем нашим избирателям и нашим сторонникам публикации острых статей не только в период выборов, но и между избирательными кампаниями. Нам иногда приходится вести судебные процессы по защите прав наших избирателей и прав нашей политической команды. Это тоже входит в эти деньги. И наша небольшая команда организации фандрайзинга тоже пользуется вашей финансовой поддержкой. Замечательный сайт Donate Schlossberg.ru, замечательные отчеты о собранных и потраченных денежных средствах. Это все тоже требует вложений. Благодарственные письма, которые мы пишем нашим жертвователям несколько раз в год, это тоже наша коммуникация со всеми вами, с сотнями людей в стране. Мы сейчас учимся собирать деньги на эту ежедневную, незаметную политическую работу. От этой работы зависит наш общий результат, наши достижения и наша уверенность в своей работе, в успехах завтрашнего дня. Расскажите, пожалуйста, своим друзьям, знакомым, всем тем, у кого есть возможность поддержать демократическую команду Псковского яблока, о возможности этой поддержки. Пригласите их на сайт, посмотреть на лица наших друзей, участников нашей команды, на наши рабочие материалы, на лица наших депутатов, потому что все то, для чего мы собираем деньги, открыто и прозрачно. Вы видите это каждый день. Гражданских политиков в нашей стране поддерживают граждане. Это правильно, это справедливо, это очень перспективно. Это Псковское яблоко. Мы работаем каждый день и отчитываемся за каждый ваш рубль. Большое спасибо.
«Псковское яблоко». Партия граждан за власть народа.